Целая коробка сгущенки для мишек, несколько килограммов овощей, печенье и крупы. Все эти продукты успели принести местные жители, пока наша съемочная группа записывала интервью с дрессировщиками. О такой помощи работники цирка и мечтать не могли, когда попали в такую тяжелую ситуацию. Одними из первых откликнулись активисты городского велоклуба в лице руководителя Светланы Михайловой. Благодаря соцсетям удалось собрать деньги и приобрести необходимые продукты питания. У мишек все хорошо, выводим их постоянно, еды хватает, народ помог, спасибо большое, конечно. Любимая еда мишек – рыба, овощи, фрукты, каша с молоком. Пока нет представлений, животных все равно выводят на арену тренироваться. Сега уже 5 лет на сцене. Маленьким медвежонком ее принесли в цирк охотники. Игорь Смоленец души не чает в своей талантливой пушистой подопечной. Всего же у дрессировщика 4 медведя. Вот сейчас пока нет выступлений, да как, сколько раз в день занимаетесь с ними? Один раз достаточно, каждый день выводим погулять. Один раз занялись, потом погуляем, там почешем их. Ну такое все, убираемся каждый день, у них всегда чисто, все сытые. Татьяна Рыгина готовит к представлению собачек. Ее подопечные необычайно активны и дружны. Сцену обожают и свои занятия тоже. Пока карантин, с животными проводят тренировки, чтобы не забыли команды. У Татьяны 7 собак, 4 лабрадора, 2 лайки и такса. Стараемся каждый день репетировать, чтобы они четко все выполняли, вот, чтобы никаких потом проблем у нас не было на представлении. Пока длится карантин, артисты стараются не покидать территорию цирка без уважительной причины. Продуктов питания сейчас достаточно. Местные предприниматели помогли морозильными камерами, чтобы все сохранить. Много людей очень откликнулись, нам много вообще привезли этого корма. То есть мы тут проживем, я думаю, до самого конца вот этого карантина. Вот, ну просто спасибо им большое. Я хочу от всей души поблагодарить жителей за то, что они откликнулись в такой ситуации, в которой мы оказались. Люди уже в третий день приносят все, что могут принести, чем могут помочь. Огромный вам земной поклон, огромное вам спасибо. Дай Бог вам здоровья, благополучия. Когда карантин закончится, коллектив цирка «Анастасия» готов показать самое яркое, самое зрелищное представление. С чувством особенной благодарности к шахтерскому городу, который не оставил в беде. Анна Кириллова, Василий Обухов, Ленинск ТВ.